В библиотеке номер 26 показали, как праздновали Пасху в семье Ульяновых. Сотрудники приготовили для детей и их родителей небольшое театрализованное представление. В первую очередь рассказали о том, что такое Пасха, и о самой знаменитой семье Симбирской губернии. Пасха была любимым праздником в доме Ульяновых. Глава семьи Илья Николаевич был верующим христианином. Мать Мария Александровна также посещала церковь. Поэтому и детей крестили в раннем возрасте. Накануне Пасхи ребята помогали родителям готовить традиционные угощения, красили яйца, пекли куличи. Затем они дружно собирались у самовара на праздничный обед, а после застолья играли в игры и катали яйца. Мы решили познакомить детей, как отмечали Пасху в семье Ульяновых, в какие игры дети играли. И сегодня мы просто поиграем с детьми, немножко расскажем. Игры, конкурсы будут, конечно, будут призы. Ребята с удовольствием поиграли в игры прошлых лет, покатали и покрутили яйца, получили призы. Опа, опа, разбила. Так, молодец, просто дотронулась. Так, Рустам, давай. Зал библиотеки украсили подделками, сделанными ребятами. На столах стояли угощения, куличи и конфеты. Ребята подготовили стихотворение и порадовали всех присутствующих своими выступлениями. Также они подарили всем гостям свои подделки. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.